Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Носители этого имени стремятся быть творцом собственной судьбы и хозяевами своего будущего. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Этому имени свойственно иметь свое собственное мнение по любым вопросам и максимально его проявлять, не придерживаясь при этом никаких фирменных шаблонов. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. При неадекватной самооценке владелец этого имени старается убрать всех более-менее талантливых людей из своего окружения, безраздельно царить и властвовать, не считаясь другими мнениями и советами. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Эти люди ответственны и терпеливы. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.